почему тогда мокрый? Всем доброе утро! Что это у меня в руках? Справочки в садик! Ура! С первого числа пойдем в садик. Ух, я настраивалась на худшее. Думала, какая-нибудь очередь, что-нибудь еще, аншлаг. Заходим, пустые коридоры, пустой кабинет. У нас организовали такой кабинет. Справка в один сад. Всё. Не надо. Вот. В общем, заходишь, выдают справку, смотрят горло, и все, и ты свободен. Сейчас мы поедем в стоматологическую клинику. Хочу Кирилла зарегистрировать там. У него даже карточки еще нет. И хочу записать его к стоматологу. Пусть посмотрит зубы. Ему будет 4 года 11 сентября, а мы ни разу не были у стоматолога. В общем, нужно сходить, пока есть время. Возможно, попасть удастся прямо сейчас. Так что посмотрим. У нас прошел дождь. Очень пасмурно, но тепло. Сейчас сделаем все дела, может быть, оденем резиновые сапоги и пойдем гулять по лужам. Ну что, погнали дальше. Я вся в мыле, все, что запланировала, сделала. Кирилла зарегистрировала в стоматологии, записала его на 13 число, свое любимое. На утро перед садиком сходим, просто на осмотр. Зашла за хлебушком на 1500 рублей. Дом покажу, что купила. Ну что, как и обещала, показываю покупочки в магните. Вот такой перец называется болгарский. 62 рубля, что ли, килограмм. Кирюшке пару баночек цыпленок с кроликом по акции. Себе кефирчик однопроцентный. Масло вот такое мне нравится. Новые имунельки появились прикольные. Вкус малина, морожка. Так, земляника это было. Клубника, княженика. Черничный какой-то вот тут есть маффин. Алиса пьет по вечерам. Так, Кирюхе набрала кучу пюрешек. Сейчас будем ходить в садик. Когда ему нельзя на полдник ничего, то мы ему приносим вот такие пюрешки, ему дают, потому что он мне остается голодный. Там же все на молоке. Так, чокобой манго. Вкусный очень. Кстати, кто не пробовал, новенький, вообще классный вкус. Так, себе наконец-то авокадо нашла. Хаас, причем в магните. 390 рублей. Но они классные, они прям мягкие. Так, лесные грибы замороженные. Хочу сварить грибной супчик. Раз уж грибов мы не собираем в этом году, не с кем мне поехать, значит, будем покупать. Так, вот такой чай решила попробовать. Какой-то детокс. Освежает, очищает яблоко. Цедра цитрусовых, огурца, мелисса, имбирь, базилик, зеленый чай. Так, что здесь у нас написано? Ощущение легкости освежает и утоляет жажду. Ну, в общем, попробуем. Так, у меня приправа курица закончилась. Я купила еще такую форельку. 100 грамм, 99 рублей. Это хорошая цена. Еще я купила картофель и морковку, а еще я купила целую курочку. Здесь я уже поставила в мультиварку вариться бульон. Добавила морковь и лук. Хочу сварить целиком. Потом на бульоне сварить детям суп, а на оставшемся бульоне хочу сделать свою колбасу. Заливное такое, знаете, вкусненько будет. Ну, может, просто съем вареную курицу. Так, а еще сегодня событие моей любимой сестры. Родной Ирочке день рождения. Я ее поздравляю. Желаю ей счастья, удачи, здоровья. Всего самого наилучшего. Так что такие вот дела. На улице тепло, но у нас какое-то штормовое предупреждение. Грозы с усилением ветра. Пока что не похоже. Так, ну а что, у нас тут изменения на балконе. Мы купили новый диван на кухню, и этот вернули обратно на свое место. Этот диванчик мы заказывали специально сюда для балкона, по размеру, в общем, он вставал. Только там сейчас коробки стоят. В общем, вернулся диван, теперь здесь можно отдыхать, лежать. Здесь у меня уже вторая или третья стирка высохла, надо снять. Здесь у меня такой мольберт, здесь же у меня гладильная доска. Куча неглажного белья, постиранные кроссовочки. Танцы у Алисы начнутся с 8 числа, поэтому
Готовимся заранее. Все, уже все высохло. Так, вот что я успела приготовить. Винегретик. Соленые огурцы не добавляла, чтобы дети ели. Себе отдельно порежу. Курица сварилась, разварилась прямо. Бульон там такой классный получился. Добавила только лапшу и курицу. Такой легкий супчик будет куриный. Оставшуюся курицу разберу на части, наверное, в блендере измельчу. Залью бульоном с желатином. Так, а еще я вчера замариновала стейки индейки. И вот, поджарила их в гриле. Они не сильно зажариваются, он такой слабенький у нас. Ну, достаточно, чтобы покушать. Так, детки у нас поспали. Кстати, по поводу нового дивана, вот я могу его показать. Он раздвигается, огромный, двухспальный. Подушки убираются, есть даже ящик для белья. А вот эти подушки я покупала давным-давно, они у меня так долго хранились в старом диване, я их ни разу не доставала. А теперь они идеально подходят к этому новому дивану. Что, дети поспали, на полник у нас сливы, яблочки. Сейчас мы, наверное, соберемся и пойдем погуляем. Здесь, как обычно, у меня стирка сушится. А, обещают дождь, поэтому нужно быстро собираться и идти гулять. Время 6 вечера. Что мы после санчаса решили приехать на стадион. Я, честно, здесь летом не была. Мы здесь зимой катаемся на ватрушках, там с горки. И каток у нас там вот. А здесь всегда был снег, поэтому я не знала, какое здесь покрытие. Я взяла ролики, дети взяли самокаты. Но мы жестко обломались. Здесь можно только на велосипеде или бегать. Ну, скорее всего... Так как я в полной спортивной амуниции и сегодняшнего дня... А, со вчерашнего я худею. Поэтому, наверное, я сейчас пробегусь. Ну что, сегодня у меня облом. Побегать я не смогла, потому что сразу же закапал дождь, мы уехали домой. Но дождя до сих пор нет. Не знаю, что это было. Поэтому я сейчас хочу позаниматься на балконе. У меня здесь есть планшет, отличная музыка и мощные колонки. Чуть-чуть позанимаюсь для первого раза. Давайте я вам покажу. Потом пойду детей купать. Хорошо, что это балкон. Соседи не слышат, как ты топаешь. Можно спать. Спать, понятно. Так, у нас сегодня на ужин картофельное пюре я быстренько сварила. Курочка вареная, индейка жареная, кабачки жареные. Хочу намазать их сверху творожным сыром и Алисе со сметаной. Дети устроили себе кинотеатр, пока я готовила. Время уже 9 часов, я их накупала, помыла в голову все, полностью почистила им перышки, ногти, уши, носы. Алисе даже чуть-чуть волосы подстригла, сантиметра два, наверное. В общем, на улице уже темно, никакого дождя, ни грозы, что-то я не наблюдаю. Завтра обещают 27 градусов, вообще жарко. Так что буду закругляться. Всем спокойной ночи.
Всем доброе утро. Время 9 утра. Мы проснулись, выспались. Сегодня у меня мой самый любимый завтрак. Это бутерброд с красной рыбкой, авокадо, творожным сыром. Время 10 утра. Мы уже в полной боевой готовности выходим. Мне нужно успеть в подружку. Сегодня скидка 25% до 12. У меня закончилась тушь. Еще таблетки для посудомойки. В общем, поедем делать дела. Так, хочу показать, что купила в подружке. Карандаш для бровей Катрис. Они поменяли свой дизайн. 100% натуральные ингредиенты. Веган. Беру себе 40-й оттенок. Так, помада у меня. Вот такая Диваш. Она хорошая, кремовая. 36-13 оттенок. Так, ну и тушь свою, неизменную. Не осыпается, не отпечатывается. Класс, мне нравится. Скидка была 25%, но это еще не все. Так, хозяйственно-бытовые покупочки. Взяла снова таблетки Фейри, потому что которые у меня сейчас вообще не отмывают. 70 таблеток, 1000 рублей. Потом вот такие капсулы для унитаза. Санокс Ультра. У меня все закончилось, унитаз отмывать нечего. Вот. И по акции 200 там с копейками рублей. Смывка для глаз плюс крем еще в наборе идет. Так, ну немножко продуктов. Свежая чиабатта. Это уже в Ашане. Это в Магните. Хлебцы, молодцы, бородинские, цельнозерновые. Так, огурчики, капуста. Вот искала гречневые спагетти, вот наконец-то нашла их, это в Ашане. Пятерочки нет, Магните нет. 70 с чем-то рублей. Дети захотели взять вот такие вот буковки в суп. Ну и плавленый сыр с грибами беру для того, чтобы в супы добавлять. Так, ну а мы собираемся, идем гулять дальше. Так, еще забыла показать, вот такой гель для душа взяла. Манго плюс авокадо, представляете? Написано, что сделано в Испании. В общем, 200 рублей там со скидкой вышел он. Но здесь 400 миллилитров много, не 250, как стандартная упаковка. Пахнет вкусно. Попробуем потом. Мы переоделись, вышли гулять дальше. Хотим найти новую площадку. У нас открыли, ну, в общем, рядом с нами где-то новую площадку. Вот идем искать. Это я видела в Инстаграм, когда еще нас не было здесь, в городе. На улице тепло. Но какой-то ветер все равно есть. Нашли мы площадку, но это не та, это старая. Я уже спросила тут у женщины. Она мне подсказала, как нам пройти к новой площадке. Но пока дети захотели здесь полазить, по деревянным горкам. Устаю на солнце, такое пекло, реально 27 градусов. Оставила детей на площадке. Иду в Магнит за водичкой, а то у нас с собой нет воды. Ну все, мы нашли новую площадку. Вот здесь еще какое-то пространство, я думаю, что это под тренажеры сделано. Здесь рядышком уже детский сад. А вот здесь огромная площадка. Нагулялись мы, вернулись домой. У меня сегодня день покупок. Еле доперла до дома. Купила кашки вот такие, кирюшки. Забрала все, какие были в Магните. Тем более они по акции 24 рубля. Вот такие безмолочные. Редко где найдешь, тем более по такой цене. А где же мы покупали? В Самаре 40 рублей брали в дорогу, на всякий случай. В общем, какой-то воздушный рис. Так, в овощной киоск я зашла. Вот эти по 180. Эти тоже. Такие эти мягкие, а эти нектарины. Вот это не знаю, как называется. Какие-то типа абрикосиков.
розовые вкусные помидорки, детское печенье. Кукуруза у нас сейчас 3 штучки, стоит 100 рублей, 3 штучки. Выбрала самые огромные, буду детям варить. Смотрите, какая огромная. На. В мультиварке я их варю, очень классно получается. И еще я купила дыньку вот такую, торпеду. Мне отрезали половину при мне прям. Дали попробовать. Вроде нормальная, сладкая. Сейчас буду готовить обед детям, кормить и на сон час. Итак, что я буду делать с кукурузой? Я ее кладу в мультиварку, убираю там волокна, волосики такие, и оставляю зелень. Зеленью получается вкуснее и сочнее. Сейчас залью водой, подсолю и включу вариться на час, наверное. Тогда она уж точно сварится. Ну, минут 40-50, вот так вот. Вот, хочу вам показать, что у меня получилось. Холодец, который я вчера заливала. Ой, вот что-то жиденький, кстати говоря. Вот такое вот заливное. Я добавила туда морковку, которая варилась вместе с бульоном. В общем, добавила желатин, но у меня был один пакетик. Этого мало, нужно 2. В общем, залила бульончиком. Ну так, достаточно сочно. Курица в желе получилась. Ну, вкусно. Можно добавить еще чесночка, горчички или соуса. Всем приятного аппетита. Так, что я буду готовить на обед? Купила гречневые спагетти. Сейчас их отварю. Курочка у меня уже готовая, вареная от вчерашней курицы. Целая осталась грудка. Курочку обжарю немножко. Потом добавлю туда макароны, сыр. И будет очень вкусное блюдо. Простое, но сытное. Здесь вот у меня где-то пол пачки ушло макарон. Ну, детям и мужу на вечер хватит. Полюбуйтесь, какая вкуснятина получилась. Сыр плавленый. Макарошки поджарились, курочка поджарилась. Очень вкусно. Ну что, сегодня обеденный, обеденный стол. Дома, а завтрашнего дня будет в садике, да, детки? Угу. Здесь у нас овощи, перчик, огурчик, помидорчик. А в кружках у нас клубничное варенье, разбавленное водичкой. Ням-ням-ням, приятного аппетита. Вкусно? Пока всем. Вкусно? Ой, да. Пока всем.